Любители истории, всем салют. Внезапно совершенно, я оказался в Нижнем Новгороде. Ну, не только я, мы со Степой. И приехали сюда на кольцевой этап для того, чтобы поболеть за наших ребят из Карвиль Рейсинг, поснимать видосы, изучить, как устроена кольцевая команда, и потом показать вам. Я, честно говоря, первый раз на кольцевом этапе, ну вот именно чемпионата России, поэтому мне очень интересно и с удовольствием с вами всем поделюсь. Отличная погода, я бы сказал, очень жарко, 30 с хреном градусов, вот, поэтому условия максимально боевые. Так что следите за сторис, сегодня будет настоящая. Гонка начинается как раз с той самой процедуры грид, когда все гонщики устраиваются на трассу, на стартовую прямую. Перед ними стоят пейскары. И, собственно говоря, здесь происходит подготовка, и отсюда происходит старт. И отсюда, собственно, пошло название Grid Girl. И вот я сейчас Grid Girl. И Степа. Да. Степ, ты неплохая Grid Girl, я хочу сказать. Ну да, Grid Boy. Да. Зонтик и все остальное. Короче, да, в общем, выстраиваются пилоты сюда. Сейчас будет две... Раньше гонки были одна в субботу, другая в воскресенье за один уикенд. А сейчас все поменялось, и в один уикенд, сейчас вот в 11, там, 12 первый старт, а потом 4 часа. То есть сейчас я все изучу, а в 4 часа вам уже покажу что-то более подробное изнутри. Вникаю. Ну, красивый, народу, кстати, много, удивительно. Я имею в виду трибунов. Стартанул со второго места. Гонку на втором месте закончил. Сейчас обязательно. Вов, как это называется? Что делать? Протоколирование пломб. Мотор, мы ничего не поменяли во время. Мотор, турбина, да. Все, во время заезда ничего не поменялось. Нет, пойду поздравлю Гриху. Дружочек-то за нами. Братан, Гришка. Ну, красава вообще. Отметь только меня в Инстаграме. Обязательно отмечу. Я тебе в Инстаграме, подпишись на него. Он, между прочим, серебряный призер этой гонки. Слушай, ты на одном круге максимально долго тормозил левым задним колесом. Я подумал, что ты уже ручник дернул и решил боком зайти в первый поворот. Я просто знал, что здесь из дрифта. И знаешь, и запах резины затянуло, и так приятно стало на душе. Я думаю, вот Гришка, наш парень. Гришка, красава! Молодец. Сейчас начинается вторая гонка, как я говорил, сегодня в течение дня две гонки. Одна уже прошла, на ней Гриша и Карвиль заняли, Гриша второй, Карвиль первая команда. Сейчас будет вторая гонка, ее фишка в том, что такой факт жеребия выпадает. Даже в кольцевых гонках, где все серьезно и по регламенту, потому что пилоты тянут жеребий и меняются местами на квалификации. И получается, ну я вам рассказывать сейчас не буду, чтобы вы не запутались. Короче, Гриша сегодня стартует сейчас эту гонку с девятой позиции. Они выстроились. Жара не спадает, наоборот, асфальт только прогрелся, весь бетон прогрелся, жарко невыносимо, можно только в теньке гаситься. Я сюда прикреплю ссылку на прямой эфир, пожалуйста, смотрите, болейте за нашу команду. Желаем победы. Thank you.
Не переключается. На, подписывайся на мой инстаграм. На мой тот. Не надо. У тебя еще инстаграм есть? Да нет, у него. Ладно. Напиши.